Доброе утро, друзья. ВИП-участок, 9 часов утра, и вот сейчас народ подъехал, сейчас будет зарубление. И что у нас происходит здесь до зарубления? Доброе утро. Доброе утро. Рассказывайте. Да. Я ловлю на одну удочку на пассив, на пасту, на желтую, сырную. И на актив. На актив пока по нулям, ничего не было вообще, а на пасту поймал две. Ну, у вас достаточно, да, будьте добры, покажите. И да. У вас достаточно неплохой арсенал по бобриным хвостам и всем, что да. с этим. Вот две штучки вот такого плана. Связано. Вот. Актив не работает, ну не хочет пока, да. Никак, да? Ну сейчас может будет. Ну хорошая, я так думаю, примерно килограмм под полтора каждая. По навеске довольны. По да. вываживанию да. еще более, да? Да, да. Если так дело пойдет, то я через час домой еду. Нет, вы уедете домой, наверное, гораздо раньше. Хорошего отдыха. Спасибо большое. Не хвоста, ни чешуи. Спасибо.